Так, раз. Я вижу, Валерия здесь есть. Пожалуйста, напишите мне или скажите голосом, все ли окей, слышно меня, видно меня. Отлично. Хорошо, супер. Тогда ждем еще 2 минуты и начинаем. Я так понимаю, участники тоже у нас начинают подходить потихоньку. И пока можно написать, и те, кто присоединился, я знаю, что вы из разных городов, написать, какие города у нас сегодня на связи. Москва. Питер, Астрахань, Нижний Новгород, Елизавета, Красноярск. В общем, от Москвы на восток, на север и на юг все направления западные еще. Ждем, когда подтянутся. Солнечно из Москвы, отлично. Это хорошо, что погода пока у нас радует. Осень в этом году очень такая яркая, солнечная. Ну, в общем-то, как и наш, я надеюсь, сегодня вебинар. Так, пока можно продолжать писать города и потихоньку с собой друг с другом знакомиться. И мы буквально через 15 секунд уже начинаем наш вебинар. Вебинар называется «Точно в цель. Целеполагание компании. Культура, стиль управления руководителей, зрелость компании». Сегодня мы об этом будем говорить в течение примерно там 20-25 минут. И будут также ответы на вопросы. У нас есть чат для общения, он у меня перед глазами, поэтому не стесняйтесь, пишите вопросы в чат, ставьте реакции, у вас есть там реакция поднятой руки или реакция огонечка. Если вам что-то нравится, если что-то не нравится, вы можете смело об этом заявлять в чате и писать возражения. Я постараюсь отвечать на ваши вопросы по ходу по ходу ведения вебинара. И если какие-то вопросы останутся более объемными, мы их перенесем на конец, там, где будем задавать друг другу вопросы. Если вопрос будет, ну, настолько объемный, что нам не позволит время на него ответить, значит, мы вынесем уже за рамки вебинара, и я дам вам ответ письменно, и он вам придет вместе с рассылкой на вебинар. Итак, мы поговорим о целях и разных системах целеполагания. Во второй части сегодняшней работы, да, во второй половине часа, Валерия из Корус Консалтинг расскажет уже, продемонстрирует готовую систему и как на практике можно автоматизировать процесс целеполагания. Да? То есть сейчас у нас такая больше теоретическая вставка. Во второй половине дня Валерия расскажет более практическое применение этой системы. Итак, 11:02, я предлагаю начинать уже непосредственно вебинар для того, чтобы мы успели поговорить об основной теме и поговорить о ваших вопросах. Итак, я являюсь представителем компании TSQ Consulting, конкретно лидер практики операционная эффективность. И напишите, пожалуйста, плюсики в чат, кто уже знаком с нашей компанией, кто был на вебинарах, других, может быть, спикеров из этой компании, кто-то, может быть, о нас уже слышал в интернете. Можно просто плюсики в чат. Отлично, Екатерина. И я думаю, сейчас присоединяться Лев. Спасибо большое. На этом слайде, в общем, можно в общих чертах, да, понять, чем занимается компания, кто наши основные клиенты. И я, как представитель этой компании,
Являюсь сама, работаю в консалтинговой практике больше 14 лет, веду тренерскую работу и занимаюсь всеми вопросами определения бизнес-процессов, их оптимизации и околопроцессных тем, в том числе целеполагание, управление рисками, управление проектами и так далее. Интегрирую все эти направления в одну единую большую систему. Не буду подробно останавливаться на портфолио и проектах. Все, в принципе, видно здесь из слайда хорошо. Итак, давайте мы поговорим о целеполагании. Спасибо большое участникам, которые поставили плюсики. Я рада вас видеть, как ну, сейчас лицо компании в рядах, да, слушателей. И так как мы будем говорить о целеполагании, уже сейчас можно начинать писать вопросы в чат. То есть то, что вас интересует, с чем вы сюда пришли. Да? Потому что, ну, раз вы записались на этот вебинар, значит, точно какой-то запрос есть. Поэтому запросы смело пишите в чат, а я буду на них по ходу отвечать. Может быть, что-то будет в презентации, может быть, что-то расскажу дополнительно. Итак, целеполагание вообще это важный этап жизни компании. Да? С чего вы начинаете, что вы планируете в своем будущем, что, как вы свое будущее проектируете, так вы к нему и идете. И целеполагание, честно скажу, на системном уровне, вот если брать наших клиентов, да, и проекты, с которыми мы работаем, работают далеко не все. Я сейчас подробную выборку не приведу из общего, но системный подход к целеполаганию – это такая достаточно редко встречающаяся история. Да, ставятся цели, ставятся какие-то метрики для их достижения, но мы сейчас поговорим, да, на, вот как выйти на более системный уровень работы с целями. Вижу вопросы по женитью Керс компании, стратегические риски компании. Угу. И существующие практики российской автоматизации целеполагания – это Андрей во второй части. Итак, я начну с того, что мы проанализировали за 10 лет все свои проекты, в которых так или иначе касались целеполагания. И проанализировали причины, почему целеполагание было по тем или иным причинам неэффективно. Что я подразумеваю под неэффективностью системы целеполагания? Можете, кстати, свои варианты тоже писать в чате. Для меня неэффективная, ну, как для консультанта, который 14 лет занимается этим, неэффективная система целеполагания – это когда вы систематически не достигаете поставленных целей в отклонении больше, чем на 20%. То есть, если вы чуть-чуть не дотягиваете, где-то чуть-чуть не дотянули, где-то чуть-чуть перестарались, да, вот плюс-минус вокруг вот 100% выполнения целей у вас есть вот этот люфт-зазор, все окей. Как только вы видите, что вы из квартала в квартал, из года в год не дотягиваете до планки, значит, нужно погружаться в процесс целеполагания, выяснять, что же там не так. Так вот, я начну с самых больших цифр. Цифры не должны давать 100% здесь. Мы, потому что в каждой компании есть несколько причин, да, то есть мы брали компанию и выбирали вот это и вот это, да, там следующую компанию. Здесь вот такая причина, вот такая и вот такая. Потом все это посчитали, у нас получились цифры. Значит, самое большое зло, которое влияет на качество целеполагания, это отсутствие участия всех уровней сотрудников в разработке. Идеальная картина мира, когда вы проводите стратегические сессии, куда вовлекаете персонал разного уровня. Да? То есть вы провели стратегическую сессию на уровне высшего руководства, да, и, там, например, акционеров, собственников и так далее. Вы спустили дальше, провели стратегическую сессию для уровня руководителей, и руководители, уже переходя в свое подразделение, проводят там, стратегические сессии, рабочие группы по цели там. В обратную сторону обратная связь обязательно должна работать. Примерно в таком же порядке, да, то есть мы в разную сторону раскручиваем. Из еще больших и таких крупных факторов, которые влияют на качество целеполагания, это отсутствие связи с мотивацией сотрудников. То есть руководство ставит цель, но сотруднику, ну,
никак, да, то есть достигла компания этой цели, не достигла компания этой цели, это не отразится ни на его финансовом положении, ни на его амбиции, да, ни на любых других нематериальных стимулах. Ну, то есть собственник или директор поставил себе там цели, да, цели, которые он хочет для компании, протранслировал их, но не декомпозировал до уровня исполнителей. А что еще? Неясные или противоречивые цели. Очень важно, если вы работаете в режиме стратегической сессии, делать фильтр, так называемый, вот в середине где-то фасилитационной работы, когда вы определили цели, пропускать эти цели через фильтры. Цель понятна, цель достижима, цель мотивирует, да, и я знаю, что нужно делать для достижения этой цели. Я обычно на своих мероприятиях прошу сотрудников оценить это, да, то есть они берут маркеры, подходят к ватманам с целями, и напротив каждого столбца они ставят цифру, насколько им понятна эта цель, насколько она достижима, насколько она их мотивирует, да, и параметр измеримости еще, что ее можно измерить, тоже мы включаем. Потому что бывает, когда, так скажем, компания иногда на начальных этапах, значит, занимается целями, ставит цели, но их не очень сложно измерить, да, то есть вы будете тратить много времени на то, чтобы собрать аналитику, померить и понять, вообще там вы или не там. Ну, это из разряда у нашей компании успешная, наша компания узнаваемая, наша компания сильная, да, вот эти все параметры, критерии оценки очень сложно привести к какому-то конкретному показателю. Поэтому следующий этап всегда на стратегической сессии – это разработка критериев по достижению этих целей и установление границ достижения. Я сейчас отвлекусь на организационный вопрос и отвечу Евгении. Скажите, пожалуйста, будет ли потом запись доступна? Точно будет рассылка. Вот, запись будет опубликована в Телеграм-канале. Все. Все просто, оказывается. Спасибо, пожалуйста. Спасибо большое ассистентам. Так, идем дальше. Значит, далее в презентации вы потом, я не буду сейчас на этом подробно останавливаться, увидите несколько кейсов по тому, как влияет внедрение системной работы с целеполаганием, проведение стратегических сессий на компанию. То есть было, стало. Да, вот первый кейс, когда здесь концентрация кейса вокруг того, что мы меняем цель. Да? То есть компания, во-первых, начала более системно работать со своими целями, во-вторых, поменяла, детализировала цель, да, уточнила, она стала более понятна, более критериально обоснована. И во втором подходе у нас мы работали над достижимостью цели. Если достижение цели было 55%, да, на начальном этапе, то после работы, после развития стратегического лидерского мышления у руководителя это проводилось через обучение, через проведение стратегических сессий, через работу над ошибками. Достижение цели возросло до 90%. Но это была, так сказать, вводная часть. И сейчас я расскажу о двух основных подходах к целеполаганию. Иногда их между собой сочетают и женят. Это подходы системы сбалансированных показателей и OKR. Кто знаком с системой сбалансированных показателей, поставьте двоечки в чат. Кто знаком с OKR-ами, поставьте троечки в чат. Кто из той, из другой знаком, значит, пишите и 2, и 3. Хорошо, чтобы мы понимали немножко контекст. Кто вообще ни с чем не знаком, поставьте 0. Вот, отлично. Екатерина, спасибо большое. Напомню, о чем система сбалансированных показателей, да? О том, что мы все свои цели распределяем в перспективах финансы, клиенты, бизнес-процессы и обучение и развитие компании. Внедрение системы сбалансированных показателей, вообще сама технология, она больше ориентирована на стратегический подход в реализации цели, да? Для того, чтобы мы ориентируемся на стратегию, мы определяем стратегические инициативы, которые нам помогут достичь этих стратегических целей, и максимально декомпозируем до уровня исполнителей, бизнес-процессов
и завязываем все очень четко на критерии достижения цели и на KPI сотрудников. Количество целей в карте системы сбалансированных показателей не ограничено. То есть сама технология не ограничивает вас в количестве целей. На практике, скажу, в среднем это где-то 10-12 целей. Вот обычно, да, такой работоспособный механизм. Больше уже сложно удерживать фокус и внимание. Если хотите больше, декомпозируйте тогда на уровне подразделений. Второй подход OKR – это более гибкий подход. Это более тактическое целеполагание. В отличие от стратегической, от системы сбалансированных показателей, он предполагает, что у вас только 3-5 целей. Ну, то есть вы себе определяете не 10, не 15, не 20, а выбираете 3-5 самых важных. Но они должны быть амбициозны и мотивировать сотрудников. Да? То есть это вот основное отличие этих систем. Их можно сочетать между собой. То есть, например, вы идете там, в годовом планировании в системе OKR, и на уровне подразделений у вас подразделение декомпозирует немножко, да, в другую сторону. Например, у вас три базовые цели в компании. Каждое подразделение, которое так или иначе имеет отношение к достижению этих целей, берет их в работу и на основе их разрабатывает стратегические инициативы своего подразделения. Либо в обратную сторону вы разрабатываете систему сбалансированных показателей по компании, по всему предприятию, декомпозируете на уровне отделов, а технологию управления уже целями внутри подразделения принимается OKR. Да? То есть эта стратегическая инициатива берется как приоритет, и технология гибкого управления OKR-ами применяется в этом случае. Если кому-то еще есть чем поделиться, потому что я вижу, только Екатерина и Андрей нас пока ответили. Напишите, пожалуйста, в чат еще раз свою систему, да, которая у вас есть. ССП двоечка, троечка, OKR. Угу. OKR и KPI. Угу. И дальше чуть подробнее, да, о сбалансированной системе показателей. Напомню, как выглядит карта. Есть перспективы финансы, клиенты, процессы и персонал. Вам нужно определить цели, их показатели и распределить эти цели между перспективами, в которых они находятся. Обязательно сбалансированная система показателей – обязательный, так скажем, ну, атрибут, что ли, да, карты цели – это связь между целями. Вообще очень интересные бывают ситуации. Если кто-то проводил стратегические сессии, напишите мне, пожалуйста, в чат тоже единички, что вы в курсе, что такое стратегическая сессия, и понимаете, да, о чем я сейчас говорю. Так вот, я обычно в стратегических сессиях мы цели пишем с помощью инструмента фасилитации. Мы делаем дерево целей. Да? То есть я задаю вопрос, а как вы думаете, какие цели у вашей компании могут быть для достижения вот этой стратегической цели? Ну, на карточках все пишут, у нас появляется дерево целей. И вот из этого дерева целей мы берем цели и отдельно выносим и начинаем их размещать по дорожкам. Так вот, иногда бывают удивительные ситуации, когда какая-то из дорожек оказывается пустая. Да? И в этом случае большой вопрос к компании, с которой вы работаете. А почему фокус внимания, например, я знаю компанию, у которых ну, деньги не главное, и мне уже как хотя фасилитатор, да, не очень вправе надевать шляпу консультанта в этот момент, я начинаю задавать вопросы. Ну, ребят, а ну, про деньги у вас будет что-нибудь в компании, или мы только о клиентах и о сотрудниках заботимся, да? Ну, то есть бывают разные приоритеты, и очень всегда видно, на какой цели компания сконцентрирована. Так, комментарий читаю. У нас любимый все еще смарт. Смотрите, есть технологии целеполагания, а есть инструменты типа смарт.
Не знаю, насколько сейчас понятно, мне получится объяснить. Smart – это микромодель, которая встраивается в макромодель, например, сбалансированная система показателей или OKR. То есть вы, когда начинаете цель формулировать, что в OKR, что в сбалансированной системе показателей, вы проверяете по SMART, насколько она измерима, достижима, ограничена во времени, это и актуально, и так далее. Вот, то есть вы просто ее мониторите с помощью SMART. Скорее всего, у вас просто целеполагание, вы ставите цели, определяете критерии, но их, например, это ваша система внутреннего целеполагания не подходит к технологии OKR, потому что там больше 5 целей, и не встраивается сбалансированная система показателей, потому что дальше вы не разносите по перспективам. Вы можете, так скажем, апгрейдить свою систему целеполагания, просто взять из этих инструментов то, что вам больше нравится и пригодится. В отрыве от базы, общей концепции, в этом и беда. Но в ваших руках все изменить и начать надстраивать, да, можно вокруг инструмента SMART надстроить, сказать, ребят, хорошо, цели определили, давайте теперь, вот, если вы хорошо умеете пользоваться SMART, что тоже редкость, поверьте мне, большая, то это уже практически полдела в систематизации целеполагания сделано. Итак, идем дальше. Еще один пример сбалансированной системы показателей. И, как видите, да, обязательно показывать связи с целями, цели друг с другом. Они, кстати говоря, вот здесь показано, что они снизу вверх имеют связь, но это не обязательно. Цели могут между собой быть связаны как угодно. Если у вас появилась какая-то цель, не связанная ни с чем, задайте себе вопрос, нужна ли она вам во всяком случае в этом периоде. И на всякий случай отдельно дорожки, да, чтобы зафиксировалось в памяти, по каким этапам мы идем. Здесь сейчас на экране чек-лист по перепроверке, а правильно ли у вас сформулированы цели, если вы используете сбалансированную систему показателей. Можете сейчас перейти. Это ссылка сразу на телеграм-канал, вот в котором, да, будет потом опубликовано видео. Можете сразу перейти, можете потом взять на презентацию и уже там потом, да, перейти, зарегистрироваться. Как работает система OKR? Еще раз повторюсь, 3-5 OKR. Сотрудники больше вовлекаются в самостоятельную работу с этими целями. OKR не должны быть высечены на мраморе. То есть, если вы установили себе на год 3 ключевые цели, но вы проводите обязательно ежеквартальные совещания и еженедельные планерки по достижению цели, и если вы видите, что внешние и внутренние факторы в какую-то сторону поменялись, потому что из этих 3 целей все равно есть тоже какие-то приоритетные цели, вы можете скорректировать цели, которые устанавливали в начале года, или показатели. Да? То есть это гибкая система, которая вам позволяет менять приоритеты, менять формулировки целей и получать постоянную регулярную обратную связь. При этом она, во-первых, более гибкая, она очень хорошо ложится на те компании, где в приоритете проектное управление, да, там, где вы там реализуете проекты, или это IT, например, бизнес, или это консалтинговая компания, или это любая другая компания, которая занимается услугами. И основная, да, еще раз вернусь к различиям, если в сбалансированной системе показателей вы жестко определили цели, критерии, определили KPI сотрудникам, и у вас KPI декомпозированы до уровня исполнителей, и вы жестко в этой системе работаете, то в OKR-ах вы определили 3-5 целей, назначили в подразделениях людей, которые за эти цели отвечают и декомпозируют дальше, и передали им полномочия по, так скажем, всем функциям, которые помогут в достижении им этих целей. Ну, тут важно следить, чтобы цели просто не противоречили друг другу. И еще важное отличие – OKR
должны мотивировать. То есть это должна быть какая-то амбициозная цель, которая поджигает огонь в глазах сотрудников. Здесь, да, тот же слайд про то, что это амбициозные цели и приоритетные цели. Рискованные идеи, но, смотрите, амбиция должна быть здоровой. В OKR важно, чтобы цели были и амбициозны, но при этом достижимы. Но достижимы с чуть большим усилием, чем обычно. И как, знаете, такое вам, как это сказать, домашнее задание, да, или задание для интересной проработки, может быть, после вебинара, вы можете определить OKR для работы своего подразделения или компании, да, в которую вы представляете, являясь здесь, там, присутствуя здесь на вебинаре, и вернуться потом в Telegram-канал и перепроверить себя по чек-листу. Если у вас уже разработаны цели OKR, можете сразу проверить по чек-листу. Если не разработаны, напишите 3-5 целей, это не так много, и перепроверьтесь. Точно такой же чек-лист ранее у нас был в презентации для системы сбалансированной системы показателей, но здесь как домашку не даю, это все-таки достаточно такой более продолжительный процесс в определении, но если они у вас есть, то тоже рекомендую себя перепроверить. И, наверное, последний такой, да, буквально минуту-две, поинт на сегодня в отношении целеполагания, какую бы систему вы ни выбрали. Для того, чтобы система целеполагания полетела, ну, то есть как любой бизнес-процесс она внедрилась в вашей организации, вам нужно с ней работать. Работать нужно по циклу Деминга. Это одна из таких базовых технологий для внедрения чего-либо, поэтому на первом этапе мы планируем, да, и здесь показано, ну, глазами руководителя, да, как это все происходит. То есть руководитель определяет, задает цели и задает процесс, то есть как он хочет, чтобы работа с целями в организации осуществлялась. Дальше, выполнение. Руководитель является ролевой моделью, то, как он управляет, то, как он получает обратную связь, возвращается он к сотрудникам, спрашивает ли он о том, что, как достигнуты цели, да, о прогрессе, или не возвращается. Это очень большой показатель. Обучение обязательно на этапе выполнения, если компетенции сотрудника для управления целями не хватает. И выделяет ресурсы для достижения цели. То есть если к вам приходит руководитель и говорит, чтобы я сделал вот эту цель, мне нужен вот такой ресурс. Да, руководитель ему обеспечивает. Как контролировать всю эту историю? Обязательно регулярные планерки, ретроспективы. Сам осуществляет мониторинг достижения целей. И на этапе воздействия анализирует причины недостижения цели, управляет рисками, связанными с достижением цели, и улучшает сам процесс целеполагания в компании. Если неэффективно каждую неделю встречаться, встречайтесь раз в две недели. Если вам удобно проводить не квартальные совещания, а полугодовые, соответственно, вы проводите полугодовые. Угу. Может быть, есть какие-то вопросы, потому что мы уже приближаемся к концу, можно начинать потихоньку задавать вопросы для того, чтобы я уже начинала на них отвечать. У нас остается не так много времени, 4 минутки. Угу. Ну и здесь на слайде, пока вы пишете вопросы, процесс целеполагания представлен. Да? Не будем сейчас на нем останавливаться, он достаточно простой. Да? Включение. Обычно этот слайд нужен, является ответом на вопросы аудитории. А как же мне, вот, ну, руководство не понимает, как внедрять, да, систему целеполагания, вот они поставили задачу. Вы можете воспользоваться этим слайдом для того, чтобы понять порядок внедрения целей. Угу. И
Пожалуйста, напишите вопросы, или я могу подробнее рассказать о кейсах, которые были у нас. Может быть, что-то дополнительное вы хотели бы узнать об этих кейсах. Угу. Ну, давайте я пока к ним вернусь, и мы поподробнее поговорим о том, по какой технологии реализовывались кейсы, о которых я говорила ранее, да, с вами. Как раз на них осталось время. Итак, первая компания здесь, она под NDA, это Федеральный банк, не можем говорить, ну, да, понятно, что мы их не называем. И задача была адаптировать бизнес-процессы и заменить процесс обучения персонала вследствие коренного изменения стратегии. То есть в компании поменялась стратегия, и нужно было адаптировать, ну, стратегия на уровне компании, да, и нужно было адаптировать эту стратегию на более низкие уровни для того, чтобы персонал максимально встроился в исполнение этой стратегической цели. Здесь применялась сбалансированная система показателей, и технология проведения была такая. Сначала традиционные, те, кто проводил стратегические сессии, ставили мне единички. Идет подготовка к сессии, где обязательно разрабатывается сценарий сессии, обязательно согласуются с заказчиком сессии. А в вашем случае, если вы в своей компании проводите стратегические сессии, с руководителем, да, ну вот, который является руководителем компании, что в результате вы хотите, какие задокументированные результаты стратегической сессии вы получите. Ну и, соответственно, предварительное интервью с сотрудниками, если это нужно. Затем проводится стратегическая сессия. Стандартная стратегическая сессия проводится примерно два дня. Ну, день маловато, за день вы можете только сами направление стратегические инициативы определить. Но если вам требуется разработать еще и критерии оценки достижения этих целей и распределить ответственность, то это точно два дня, иногда больше. Соответственно, стратегическая сессия проводится, и на ней определяются показатели текущие и опережающие. А что здесь было целью? За первый год критически важная цель все-таки была выполнена, да, то есть мы сконцентрировались на ее выполнении. И была чуть скорректирована стратегическая цель в следующем году, то есть организация поняла, да, как ей комфортнее и удобнее работать с показателями. Ну и второй кейс, мы с вами тоже о нем уже говорили. Здесь фармацевтический рынок. В стратегической сессии обычно участвует до 25 человек. Если, чем выше уровень, тем меньше количество персонала. Если мы говорим именно про разработку стратегии компании, то, скорее всего, это собственник и топы. От 4 до 10 человек. Если мы говорим про декомпозицию на уровне подразделения, это, как правило, 25 человек, ну, 20-25 человек. Все, дальше группа не увеличивается, просто декомпозируется по подразделениям. В этом банке 25 человек было в стратегической сессии. Это, ну, фактически, ну, практически топ-менеджмент компании. Угу. И второй кейс, буквально вот 30 секунд. Фармацевтический рынок, да, и здесь тоже через сбалансированную систему показателей мы пошли. Мы делали замеры там спустя, ну, то есть это мы провели стратегическую сессию, поработали с ними, провели обучение и вернулись через год для того, чтобы понять, что происходит у них с целеполаганием. Да? Поэтому результаты мы здесь точно можем зафиксировать с 55 до 90. Вот, что еще важно было. И здесь, в этом кейсе, мы передали методологию проведения стратегических сессий внутри компании. Дальше компания уже сама своими силами смогла проводить такие мероприятия, и помощь извне не понадобилась. Если есть вопросы, напишите их, пожалуйста, сюда. Я уже очень хочу уступать место следующему спикеру. Валерия, пожалуйста, вы к нам присоединяйтесь, я буду прощаться. Значит, я вижу от Натальи последний вопросик: стратегические цели компании определены фактически указанием бизнес-направления и прибыли.
Кто дальше должен цели декомпозировать, топ или сам генеральный директор? Наталья, я отвечу в чат на этот вопрос. Если ко мне еще есть вопросы, пишите в чат, я остаюсь с вами, буду отвечать в чате. И, Валерия, пожалуйста, обозначьтесь нам как-нибудь в нашем информационном пространстве, чтобы я могла передать вам. Так, коллеги, всем привет. Слышно ли меня? Видно ли меня? Коллеги. Коллеги, прием, прием. Видно ли меня, слышно ли меня? Все, отлично, супер. Всем привет. Меня зовут Валерия Болтабаева. Я руководитель проектов цифровизации HR в группе компании Chorus Consulting. Так, сейчас коллеги помогут мне вывести презентацию. Да, отлично, все, презентация на месте. Я буквально пару слов расскажу о нашей компании, то, чем мы занимаемся, какая у нас экспертиза. Так, все, отлично. Да, я представилась, чтобы долго теорию больше не говорить, сразу перейду на более подробные кейсы про нашу компанию. Я представляю группу компании Chorus Consulting. Мы крупная компания-интегратор, которая помогает другим компаниям достигать поставленных перед ней целей с помощью IT-продуктов. Более 20 лет мы уже на рынке, занимаемся полным комплексом IT-услуг от консалтинга, автоматизации бизнес-процессов до внедрения заказной разработки высоконагруженных IT-проектов, то есть полный цикл разработки у нас представлен. Мы компания мультивендорная, это позволяет нашим заказчикам предоставлять выбор решений, да, выбирать именно лучшее среди всего, что представлено на рынке. И в том числе мы сейчас активно помогаем нашим клиентам, нашим партнерам в части импортозамещения, да, потому что многие компании в последнее время уходят на рынок, да, и мы как раз представляем в том числе отечественное ПО. Более 1500 завершенных проектов у нас есть. И что касается конкретно нашего департамента, департамента цифровизации HR, мы занимаемся внедрением корпоративных порталов, систем адаптации для сотрудников и в том числе систем целеполагания. Как раз про такой продукт я сегодня хочу рассказать. Дам краткую вводную по продукту. Эта система базируется на отечественном ПО, который называется Bittrex24. Возможно, многие из вас про него слышали, может быть, у вас есть корпоративный портал или, например, CRM-система. Если вы про такое решение слышали, да, Bittrex24, пожалуйста, поставьте плюсик, просто интересно, насколько нас много, тех, кто знаком с Bittrex. Вот. Соответственно, этот модуль целеполагания вы можете поставить на свой портал, на свою CRM, если она у вас уже есть, и, собственно, бесшовно интегрировать наш модуль целеполагания в те процессы, которые у вас уже на базе Bittrex реализован. Вот, хочется уже перейти к демонстрации. Я сейчас выведу экран и покажу вам, собственно, из чего состоит наш модуль и как его можно использовать. Здесь еще пару слов скажу, вот пересекаясь с темой, которую как раз предыдущий спикер Дарья озвучивала. Модуль целеполагания вот в части такого IT-модуля, он может стать для вас помощником и опорой в автоматизации процессов целеполагания, но если на данный момент у вас процессы еще не выстроены, да, есть какие-то сложности в целом с целеполаганием в компании, то, естественно, нужно начинать, так скажем, с листка, с бумаги, с обдумывания всего этого дела. То есть сам модуль, он как помощник, но он, естественно, там не сможет сделать магические вещи и сразу процесс у вас не выстроит. То есть все-таки надо начинать именно с раздумий о том, какие сейчас есть проблемы и с решения проблем, грубо говоря, на бумаге. Так, теперь вывожу экран. Демонстрацию экрана включаю. Так, коллеги, поставьте, пожалуйста, плюсики, если все видно. И я перейду как раз на вкладку с нашим модулем. Так, отлично. Итак, я сейчас открыла первую страницу нашего модуля целеполагания. Это страница целей. Как вы видите, здесь как раз представлено то самое дерево, которая позволяет сотрудникам, рядовым сотрудникам, видеть связь их KPI, их каких-то ежедневных, возможно, рутинных задач с
собственно, с глобальными целями компании. У нас есть верхнеуровневые цели, да, которые ставятся на директоров, и эти цели можно декомпозировать на несколько уровней ниже. Ну, например, вот у нас одна цель уже декомпозирована до третьего уровня. Естественно, у каждой цели должен быть свой ответственный, да, цель не существует в вакууме, должен быть назначен ответственный. И тут немного технической информации скажу. Обычно мы интегрируемся с 1С ЗУП, например, или с САПом, с кадровой системой, которая нам передает вашу административную структуру, и в зависимости от этой административной структуры мы здесь определяем ответственных за цели. Да? То есть это реальные сотрудники, которые в организационную структуру, естественно, занесены. По каждой цели у нас есть ответственные, есть название, и также в рамках этого интерфейса мы с вами можем смотреть, насколько та или иная карта целей, достигается. Естественно, на странице есть фильтры, потому что целей может быть много, можно фильтровать в зависимости от компании, точнее от подразделения компании, в зависимости от статуса, чтобы просто лучше в этом многообразии целей ориентироваться. Также доступно представление списочное, может быть, кому-то удобнее работать с таким, но в целом запрос именно на дерево целей сейчас очень большой, потому что действительно нужно сотрудникам показывать, какой вклад они делают в ежедневную работу, как их цели связаны со стратегическими целями компании, и именно дерево позволяет вот эту историю отображать. Ну и как вы видите, здесь связь доступна обширная, то есть в рамках одной цели мы можем привязывать большое количество целей и декомпозировать настолько, насколько нам нужно. Естественно, можно поставить цель, и вот в части постановки здесь модуль может помочь вам этот процесс автоматизировать, да, чтобы не каждый сотрудник заходил и создавал себе карточку, вводил туда информацию. Можно этот процесс автоматизировать, создать карты целей с предустановленными показателями, которые будут добавлены во все абсолютно карты целей или в зависимости от подразделения, чтобы сотрудник, например, заносил только цели, которые касаются его, например, развития, да, это какое-то обучение, например, тренинги и так далее. То есть какие-то, например, количественно измеримые показатели деятельности мы с вами можем добавить по умолчанию. Ну и, соответственно, в этой карточке мы также выбираем период, мы выбираем ответственного, вышестоящую цель можем задать, чтобы как раз сформировать дерево. И далее есть определенные столбцы у наших целей. Ну, это чаще всего единицы измерения, это могут быть как рубли, миллионы рублей, так и проценты. У каждого показателя обязательно должен быть вес, который влияет на итог, план и описание показателя, ну, просто чтобы сотруднику, может быть, дать какую-то вводную информацию, что обозначает этот показатель, если ранее, например, он с ним не работал. Соответственно, у нас есть также детальная страница целей. Дерево – это хорошо, но все-таки хочется, наверное, каждому сотруднику понимать, что конкретно касается его карты, какие показатели есть у него, насколько успешно он их выполняет. И, естественно, это тоже есть в системе. Сейчас я вывела как раз детальную карточку цели сотрудника. Мы видим, кто, мы видим, за какой период, дата начала, дата окончания периода. Эта информация доступна и руководителю сотрудника, и ему, соответственно. Ну и здесь есть такие вспомогательные поля, как описание карты цели, да, там, что мы ждем от сотрудника, какой процесс, то есть какую-то вводную информацию вы здесь можете дать. И также положение в карте цели и в дереве, с какими целями вот эта карточка у нас связана. Ну и далее как раз идут показатели деятельности, это наши KPI. Как вы можете видеть, они делятся на несколько категорий. Эти категории вы можете настраивать самостоятельно. Да? У кого-то это 4 категории, кто-то обходится 2, потому что фокус там только на определенных, да, деятельностях. Соответственно, это вы настраиваете под себя, когда внедряете модуль. Ну и любую из категорий вы непосредственно наполняете уже показателями. У показателя есть вспомогательные поля, да, чтобы, опять же, понимать, что он из себя представляет, и также вес, план, факт и достижение. Итог считается автоматически на основании веса и факта. Ролевая модель здесь может быть абсолютно разная в зависимости от ваших внутренних процессов. Кто-то позволяет сотрудникам самостоятельно вносить и изменять цели, кто-то спускает цели свыше, да, ну, по-разному бывает на самом деле. Соответственно, ролевая модель здесь управляемая.
Кто-то вносит факт самостоятельно, да, например, на все подразделения сразу, если это какие-то типовые показатели, которые абсолютно у всех сотрудников присутствуют. Кто-то позволяет вносить факт каждому ответственному по цели. То есть здесь все настраиваем, все гибко, опять же, в зависимости от ваших процессов. Что мы еще можем увидеть в карточке, помимо, собственно, наших KPI? Это комментарии. Например, руководитель не согласен с каким-то весом цели, да, он может оставить комментарии, тегнуть сотрудника, и таким образом мы в рамках одной цели можем вести коммуникацию. Это очень важно, потому что все остается в рамках одной карточки. Не нужно искать это по разным Excel, не нужно искать это в почте, в чатах. То есть мы стараемся вот всю коммуникацию вести централизованно в рамках вот этой карты, чтобы по прошествию лет мы могли сюда вернуться, почитать историю, понимать, там, какие были сложности, и также процесс целеполагания адаптировать, менять, сделать лучше. Ну и, соответственно, на каждую карточку целей, на каждую цель должен быть процесс. Процесс согласования руководителем, либо дополнительным согласующим. Я кратко расскажу про базовый процесс, который присутствует в модуле. Он строится следующим образом. Первично цели, показатели заполняют сами сотрудники. Да? Там могут быть, повторюсь, предустановленные какие-то показатели. Но на первом этапе сотрудник добавляет свои цели и отправляет на согласование руководителю. Руководитель знакомится с карточкой и либо согласует эту карту, таким образом сохраняя цели, да, и подтверждая, что именно по ним мы будем работать в ближайший период, в квартал или полгода или год, в зависимости от процесса. Либо он может отправить эту карточку обратно на сотрудника, сказать, что нужно что-то поменять, что не совсем корректная карта. И также доступен вариант, когда мы эту карту отправляем еще на согласование дополнительному согласующему. Это может быть, например, функциональный руководитель или сотрудник, который курирует одно из направлений деятельности, которое мы здесь, например, в показателях деятельности фиксируем. То есть можно отправить еще на дополнительного согласующего. После того, как эта карта согласована, утверждена, мы открываем сотруднику возможность вносить факт. Ну, особенно это актуально для задач развития, для обучения. И после того, как период внесения фактических показателей, обычно достаточно длительный, у нас завершается, также карточка должна уйти на согласование руководителю, чтобы он подтвердил, что действительно показатели KPI в такой-то мере были достигнуты. Ну и таким образом мы карту согласовываем, мы получаем такой закрытый период согласованной карты, где зафиксирована вся история взаимодействия по этой карте. Здесь еще важно отметить, что у нас есть логирование, то есть сохранение истории изменений по карте. Если кто-то что-то меняет, это, естественно, остается в истории, чтобы мы всегда могли посмотреть, проверить, кто вносил изменения, что менял и так далее. Это тоже важно, и как раз-таки система позволяет это делать. Вот. Это то, что касается карты цели сотрудника. При этом ограничений внутри модуля обычно мы не ставим, то есть в рамках одного периода вы можете создать различное количество целей, но если ваш процесс устроен таким образом, что у сотрудника только одна карта может быть, такое ограничение тоже можно сделать. То есть здесь все зависит от ваших внутренних процессов. У сотрудника, естественно, также есть перед глазами вся история его целеполагания. Он может посмотреть и цели, которые были сформированы на прошлые периоды, и посмотреть текущую карту цели, статусы, как успешно он достигал цели в прошлые периоды и так далее. Интерфейсы здесь также зависят от ролевой модели, то есть не всегда мы всем сотрудникам даем посмотреть карты коллег, да, иногда эту информацию видит только HR-специалист и руководитель, а сотрудник, например, видит только верхнеуровневое дерево и свои карты. Это все настраивается. Здесь тоже политика по-разному в компаниях строится, поэтому решение, в принципе, гибкое, адаптивное, всегда после поставки мы его немного донастраиваем, так скажем, под конкретные процессы внутри компании. Далее хотела еще вам показать интерфейс «Мои процессы». Он, в принципе, достаточно прост и позволяет посмотреть, где сейчас находится моя карта. То есть я ее отправляю на согласование руководителю. Я хочу понимать, утвердил он эту карту или не утвердил эту карту. Посмотреть также историю по процессам, по картам, которые были в предыдущие периоды. И как раз вот эта вкладка «Мои процессы», она помогает это все видеть. Дополнительно отмечу, что на бизнес-процесс, именно согласование карты, естественно, наложено уведомление, и сотрудник всегда будет уведомлен о том, что с его картой происходит.
у нас специализированный колокольчик есть в системе, то есть уведомление и здесь, в Битриксе отправляется, и также это уведомление может дублироваться на почту, если сотрудник, например, не очень часто посещает наш портал, да, и если он пока что факт не вносил, еще у него руки не дошли, то есть ему обязательно на почту эта информация продублируется, чтобы он был в курсе. Ну и, соответственно, опять же, на этой странице есть фильтры. Я могу фильтровать по текущему году, по подразделению. Если, например, я там руководитель высокого уровня, у меня очень много карт-целей на согласование, я могу здесь также пользоваться фильтрами. Еще один интерфейс, тоже крайне важный, который доступен, естественно, только модераторам этого модуля, это HR-специалисты, CNB или, может быть, даже руководители. Здесь мы можем с вами создавать отчетные периоды. Это могут быть года, это могут быть кварталы, мы создаем начало, окончание. И, собственно, у каждого периода есть статус, либо период уже прошел, он завершен, либо мы его, например, только создали и планируем целеполагание там, на ближайший квартал или на следующий год. Также здесь это можно посмотреть, создать и управлять, собственно, этим процессом. Расскажу кратко про кейс. У нас есть кейс, когда карты цели создаются автоматически с предустановленными показателями как раз в дату начала периода. То есть всем сотрудникам спускается карточка с предустановленными показателями, они получают уведомления, и они все начинают заходить в систему, добавлять там свои индивидуальные задачи развития показателя и, соответственно, отправлять это на согласование руководителей. Здесь это позволяет нам немного снизить нагрузку на коллег, которые модерируют всю эту историю, потому что система автоматически спускает карты, и, соответственно, нагрузка на них падает. Естественно, обязательно должен быть сотрудник, который этот процесс курирует. Дарья тоже про это говорила. Да, просто так все работать не будет. Нужно за этим все равно следить, сотрудникам помогать. Особенно на первых этапах внедрения это крайне важно. Потому что для кого-то и целеполагание история новая, для кого-то и модуль новый. Соответственно, обязательно нужно коллегам помогать, устранять препятствия на пути, которые возникают. Ну и, соответственно, всегда быть рядом. Это очень важно. Ни одна система не работает без все равно вовлечения людей. Все равно должны быть здесь кураторы. И, наверное, последнее, о чем я хотела кратко сказать, это то, что у нас есть дополнительные вспомогательные интерфейсы по результативности сотрудников, которые на самом деле представляют просто такую сводную таблицу по всем картам, которые у сотрудника есть. То есть здесь я как руководитель могу посмотреть, насколько успешно мой сотрудник закрывает цели, закрывает карты, которые были ему созданы. И также, естественно, доступна выгрузка в Excel. Куда же мы без Excel, да, столько времени многие именно цели ставят в рамках файлов экселевских, которые летают на почте, да, туда-сюда, и согласовывают эту историю именно таким образом. Поэтому здесь по старинке мы также организовали выгрузку итоговых показателей по картам в Excel. И для более продвинутых, так скажем, компаний можно настроить, например, интеграцию с кадровой системой, с 1С, чтобы итоговое достижение карты целей направлялось, например, в 1С и автоматически там производился расчет премии. То есть такие кейсы тоже есть, но это обычно мы делаем на более поздних этапах внедрения модуля. Сначала, естественно, нужно попробовать поработать с тем, что здесь есть. И также доступны отчеты. Отчеты также могут быть выгружены в Excel. Здесь уже отчеты мы обычно настраиваем под конкретного заказчика, потому что бывают специфичные отчеты. Но вот основная выгрузка по итогу, по подразделениям, по картам целей сотрудников, какая-то детализация по картам, она также, в принципе, доступна уже в готовом модуле. Если вы его покупаете, у вас сразу вся эта история будет. Пару слов скажу в целом еще про наш модуль. Мы его постоянно развиваем, то есть я вам показала интерфейсы, которые сейчас присутствуют, но есть отдельная продуктовая команда, которая собирает обратную связь наших заказчиков, выслушивает их пожелания, чего, например, модуля не хватает, что хотелось бы улучшить. Мы, естественно, ведем бэклог этих предложений и модуль постоянно дорабатываем. То есть если есть какие-то критичные задачи, мы с радостью их выполняем для наших заказчиков и таким образом модуль модернизируем и улучшаем. Те обновления, которые в рамках нашего модуля выходят, мы, естественно, их поставляем и тем, кто сейчас пользуется этим модулем, чтобы у вас всегда была актуальная, самая полная версия нашего модуля целеполагания KPI в рамках Bittrex 24.
Ну и последнее, о чем я хотела сказать, по поводу, например, там, оценки премирования. Мы принципиально не делаем это сейчас на стороне нашего модуля, потому что считаем, что там расчет премии, финансовая история, она ведется обычно в 1С, либо в других учетных системах. И таким образом эти системы друг с другом мы можем подружить, но конкретно в этот модуль мы эту историю несем, потому что это обычно дополнительная согласование данных, это чувствительные данные, которые нужно закрывать от пользователя. То есть это очень сложная история, которая уже реализуется в других системах. Поэтому здесь мы ограничиваемся только итогом выполнения карты цели или цели. Вот, у меня, наверное, по модулю сейчас все. Переключусь сейчас посмотреть ваши вопросы. Может быть, что-то еще покажу, отвечая на вопросы. Так, переключаюсь. Да, можно ли найти модуль целеполагания в маркете Bittrex 24? Мы сейчас это решение на маркете еще не публикуем, потому что все-таки считаем, что при внедрении этого модуля нужно консультировать заказчиков, нужно им немного помогать. Соответственно, на маркет мы пока что это не публикуем. Если у вас есть интерес к этому модулю, естественно, мы готовы показать вам уникальную демонстрацию, провести, послушать про то, как процессы реализованы у вас, и там рассказать, как ваши процессы могут на наш модуль наложиться, как мы это все дело можем подружить. Поэтому, если у вас есть запрос, если вы хотите самостоятельно посмотреть, например, демо-площадку, пишите нам, и мы, соответственно, вам такой доступ предоставим. Да, вот коллеги как раз в чате подсказывают, куда можно написать. У нас также есть телеграм-канал, где мы с коллегами публикуем реальные кейсы автоматизации, рассказываем про кейсы внедрения тех или иных HR-продуктов, рассказываем, как наиболее успешно внедрить, например, корпоративный портал или систему адаптации в компании. Подписывайтесь на нас, будем вам рассказывать, как, какие кейсы у нас есть и как можно в вашей компании тот или иной модуль внедрить. Да, коллеги, пока что ждем вопросов. Да, если вопросы будут, пожалуйста, пишите нам на почту, телеграм-канал, соответственно, запись также будет, если что, всегда можете к ней вернуться. Будем рады отвечать на ваши вопросы, но пока их нет, я предлагаю тогда наш вебинар завершать. Большое спасибо, что пришли, очень надеемся, что для вас это было полезно.